АТВ «Ихсан» представляет. История пятая. Говорят, что Искандер Зулкарнайн проходил мимо племени людей, у которых не было ничего из благ земной жизни. Они рыли могилы для своих умерших у дверей своих домов и все время ходили туда, навещая их, подметали, прибирали могилы и поклонялись Аллаху возле. И не было у них другой пищи, кроме трав и злаков. Зулкарнайн послал к ним человека, чтобы позвать к себе их царя, но он не ответил на его приглашение, сказав: «Мне нет до него дела». Посланник вернулся и сообщил ему об этом. Тогда Зулкарнайн сам пошел к нему и спросил его: «Как у вас дела? Что-то я не вижу ни золота, ни серебра, ничего из благ земной жизни». Он ответил: «Потому что никто никогда не насытится дарами земной жизни». Зулкарнайн спросил: «А почему вы вырыли могилы у ваших дверей?» Они ответили: «Чтобы смерть всегда была у нас перед глазами и остывала любовь к земной жизни в наших сердцах и не отвлекала нас от поклонения нашему Господу, всемогущему и великому». Он спросил: «А как же вы питаетесь одной травой?» Они ответили: «Потому что мы не хотим превращать наши желудки в кладбище животных, так как удовольствия земной жизни не идут дальше глотки». Потом правитель этого племени достал через окно человеческую голову, положил ее перед ним и спросил: «О Зулкарнайн, ты знаешь, кем он был?» Тот ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Это один из царей мира. Он был жесток, обижал своих подданных и был несправедлив с ними. И за это Аллах забрал его душу и поселил его в аду, а это его голова». Потом протянул руку и извлек другой череп, положил его перед ним и спросил: «А знаешь ли этого?» Тот сказал: «Нет». Он сказал: «Он был справедливым правителем, сострадал своим подданным, любил свой народ, и забрал Аллах его душу, поселив его в раю и возвысил его степень». Потом он положил руку на голову Зулкарнайна и сказал: «Спрашивается, какой из двух голов будет эта голова?» И заплакал Зулкарнайн горькими слезами. Прижал его к своей груди и сказал: «Если ты хочешь моей дружбы, то я сделаю тебя моим визирем и поделюсь с тобой моим царством». Он ответил: «Я не нуждаюсь в том и не желаю царства». Тот спросил: «Почему?» Он ответил: «Потому что все люди твои враги по причине богатства и власти, и все они мои друзья по причине умеренности, удовлетворенности малым и бедностью. И Аллах с тобой». Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!